Реконструкция улицы Композиторов Воробьевых вышла на финишную прямую. Движение по ней открыто уже больше недели. Что еще осталось доделать, узнала наша съемочная группа. Трава на газонах пока не зеленеет, и пешеходам все еще приходится обходить технику и щебень. Работы по реконструкции улицы Композиторов Воробьевых продолжаются. Еще до начала укладки дорожного полотна здесь переносили коммуникации. Теперь их предстоит подключить. При реконструкции дороги был вынесен, переложен водопровод диаметром 600 мм. В настоящий момент происходит переврезка всех абонентов с этого водовода на вновь уложенный водовод. Вновь уложенный водовод промыт, подготовлен к подаче воды, и после переврезки абонентов будет пущен в работу. Те, кто проживает неподалеку от данной улицы Красной площади и Дзержинского, из-за данных работ сегодня с 9 утра остались без холодной воды. Зато, когда процесс завершат, можно будет приступить к благоустройству. Здесь всего 474 метра, хотя коммуникаций газовых переложено 700 км. Около 500 метров водоводов. Переложено 2,5 километра силовых кабелей. Установлены опоры новые, светильники. Работы все выполнены, осталось сделать благоустройство после переврезки. Вы видите, что как бы кусками осталось. Но осталось немного газонов, вот вы видите перед вами. И самое главное, те куски, где сейчас завершаются работы. Завершить работы полностью планируют уже в эту пятницу, 3 октября. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.